Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео очередной раз будем рассматривать ошибки, либо же это даже не ошибка, а воспитание какого-то человека. Но очень часто встречается так, что люди вместо того, чтобы заниматься в бою чем-то полезным и как-то сыграть хорошо, так сказать, красиво. И очень приятно, когда люди после боя пишут, типа, красава, хорошо сыграл там. И это очень приятно. Приятно, когда люди замечают, что ты стараешься. Это очень радует. Невероятно радует. Но есть люди, которые в бою занимаются совершенно противоположным. И по большей части из-за этих людей и отключили общий чат. Поскольку раньше общий чат был, и там со временем уже в основном начиналась только какая-то ад, садомия и просто бредятина. Люди друг друга обкладывали такими словами, которые просто даже со стороны читать было неприятно. Но люди не останавливаются и продолжают заниматься тем же самым, но только уже в своей команде. У меня чат в игре очень часто отключен, поскольку он отвлекает. Очень сильно отвлекает, поскольку так или иначе ты все равно замечаешь эти слова, сообщения, особенно когда они пишутся тебе. И вместо того, чтобы в этот момент думать о чем-то, что да как происходит в бою, ты так или иначе отвлекаешься на эти слова. Причем они не несут никакой информации, не несут какой-то пользы, позитива. И человек, который это пишет, он и сам боем толком не занимается, но и еще пытается кого-то отвлечь. Плюс еще те, у кого чат включен, они тоже это так или иначе видят. И человек, который весь бой пишет какую-то ахинею кому-то одному, остальные члены команды тоже могут это заметить и начать с ними переписываться. И так мы уже получаем, что несколько человек в бою могут отвлекаться и заниматься чем-то вообще неинтересным, бессмысленным, а именно обсирать друг друга в чатике, причем причины для этого сильно много нет. Давайте немного посмотрим на карту. Мы видим, что я играю на ИСе 7, бой с девяточками. Я приехал на фланг для тяжелых танков, чтобы бодаться, но бодаться там не с кем. Тяжики у врагов поехали в замок. Еще не светился вражеский ИС-7, но вражеский ИС-4, 257 объект, светятся в замке. Плюс еще там Паттон, Шеридан, 90-тик. И в целом я перемещаюсь ближе к замку. Если вы какой-то не особо смышленый танкист, вы можете подумать, что если вы посмотрели на карту, что я собираюсь кемперить из кустов. Вот засвечивается справа 1 и 7. Я думаю, что под тремя артами наши три союзника справа на дирижабле справятся. Я их оставляю для того, чтобы поехать налево. В этот момент весь бой артовод, один из артоводов, я не буду говорить кто, неважно, весь бой писал мне гадости. Причем я эти гадости не видел, поскольку чат у меня выключен. Я бы его с радостью включил только для того, чтобы читать, как со мной здороваются мои подписчики, мне это очень приятно. Но я не могу постоянно держать чат включенным, поскольку там очень много срача всякого. Итак, он там пишет всякие срачи, я переезжаю на левый фланг, и может показаться, что я здесь буду кемперить урон из кустов. В принципе, так оно и выглядит, но почему я сюда приехал? С правого фланга у нас все хорошо, в центре у нас много союзников, а вот с левого фланга, там где замок, у нас все плохо. Замок продавили и потихоньку начинают напрягать центр. Если враги проедут в этот угол, они убьют центр. Если они убьют центр, и те, кто у нас выживут на центре, уедут оттуда, но они все равно будут в плохой позиции. Также еще подсветят нашу арту и поубивают. Ситуация в бою будет крайне плохой, если этот угол мы отдадим врагу. Для этого я с другого фланга приехал на ИСе 7 сюда, чтобы подсвечивать, настреливать урон и сдерживать этот фланг
для того, чтобы мы не проиграли. Я специально это все сделал, потому что видел, что эту позицию мы отдаем. Центр у нас рассыпется, арта у нас умрет. И мы зажмемся кучкой танков на дирижабле на этом. И будем просто ждать, когда мы проиграем. И по тремя артами мы оттуда особо никуда не поедем, ничего не сделаем. А так мы хотя бы пытаемся как-то удержать нашу часть карты, и в целом нам это удается. И пока я это делаю, наш артовод продолжает там писать какую-то хрень в чатике. Слава богу, я это не видел, не читал и занимался боем. Но вот некоторые мои союзники в этом бою видели это. И, видимо, тоже начали там с ним как-то общаться. И после боя мне написал один человек, второй, там, два или три человека мне написали что-то. Один мне что-то там про гадости какие-то писал. Другой мне писал, что, а вот тот человек весь бой тебе гадости писал. Ну, мне все равно вообще. Просто все равно. Чувак играет на арте, ему нечем заняться, он писюльки в чат пишет. Другой чувак отвлекается на это и тоже толком не играет, писюлечки там читает и свои пишет. И все это ради чего? Ради того, что какой-то артовод не понимает, что происходит по тактике в бою. И чьи это, казалось бы, проблемы? Мои или его? Казалось бы, это его проблемы, что он что-то не понимает. Но из-за того, что в этой игре есть чат и в нем дозволено делать все, из-за этого эта проблема становится не только артовода, у которого не хватает мозга понять тактику в бою, но и проблемы тех, кто этот чатик держит включенным. И это вообще ненормально. На мой взгляд, надо жестко банить чат. Те люди, которые позволяют себе весь бой писать срань всякую, просто пермачом или на полгода, на очень долго ему забанить, чтобы он ничего не мог писать. Ему чатик в игре не нужен. Те люди, которые весь бой пишут срань, им в принципе чат в этой игре больше никогда не понадобится. Мне кажется, это такой человек с таким воспитанием. И он не исправится. Это он, ну, он такой, все. Смысл вообще с ним какие-то диалоги вести, какие-то поблажки или еще что-нибудь. Я сомневаюсь, что человек, который играет на арте и весь бой пишет жесткие гадости настолько, что там полкоманды на это обращают не внимание, я сомневаюсь, что такой человек вообще способен на вообще на какие-то изменения. Мне кажется, это просто сам по себе ужасный человек. Все. С таким вот ужасным воспитанием и, в принципе, странный. Все. И благодаря таким людям в этой игре нету общего чатика. А те люди, которые бы хотели пользоваться чатом, они не могут. Поскольку в игре существуют такие вот люди. Что у нас дальше происходит по бою? Наши три человека с правого фланга умудрились двум танчикам слить фланг. Я начинаю ехать вперед для того, чтобы мы не зажались на красной линии. Я вижу, что там Шеридан подъехал, но там еще две ПТшки могут прикрывать. Еще есть 7. Я начинаю останавливаться. Но И7 умирает. Если бы И7 выжил и поехал бы дальше, я бы вернулся назад, поскольку если бы И7 проехал дальше, он мог бы стать на захват, и оттуда бы я его уже не выколупал, если бы уехал отсюда. Поэтому я думал вернуться сразу, для того, чтобы не отдавать этот угол, потому что потом я сюда не заеду и не смогу сбить базу. Но И7 сдох, и мне, в принципе, не нужно сбивать ничего. Это очень хорошо, что И7 сдох, но две ПТшки прикрывали, шанс, что И7 там как-то выживет, был небольшой, поэтому я особо туда и не помогал. Тут у нас ИС-4, я его вообще не боюсь, просто въезжаю ему на лицо и убиваю. Еще нам помогает ПТшка на центре, которая умирает. Другая ПТшка, которая еще у нас живая, добивает шотного Паттона, и мы остаемся вдвоем против пятерых. Все, я еду на центр, поскольку Шеридан находится у нас возле базы, скорее всего вперед он не поедет, поскольку он там бодался очень долго на фланге, скорее всего он уже далеко не фуловый.
Но Шеридан, он и есть не фуловый, по моим догадкам. Шеридан становится на захват. И это одно из глупейших, что можно было сделать. При двух живых врагах, которые, скорее всего, находятся перед тобой в углу, становиться на захват. При этом тебя особо никто не прикрывает. Ну, это бред. 2-6-8, по моим расчетам, скорее всего, поехал там, где дирижабль, стоять, прикрывать Шеридана. Я, в принципе, угадал, но не совсем так. В итоге получится, что 2-6-8 немного не там. Время в бою заканчивается, и мои мысли по бою следующие, что Шеридан все-таки поехал, не сразу, но поехал туда, куда я рассчитывал, вокруг объезжать с левой стороны. И где-то там сзади его прикрывает 2-6-8. Время в бою заканчивается, и по моим догадкам 2-6-8 скоро поедет просто прямо с того места, где он сейчас сидит. Я думал, что он сидит на дирижаблях там на бугре, но я немного не угадал, и он поедет на нашу базу не с дирижабля, а с другого места. Но в принципе я не сильно промахнулся. Также еще Шеридан, скорее всего, будет объезжать с другой стороны, потому что это очевидно, с той стороны у него ничего не вышло, он поедет с другой стороны. Но самое опасное, что в этом бою есть, это три арты. И здесь я допускаю, можно сказать, что ошибку, возможно. Я уезжаю с той ямы, с того котла, который простреливается нашей СТРВшкой. Я пытаюсь вытащить на себя 268, который засветился и ехал со своего балкона на меня. Я пытаюсь его вытащить под себя, потому что СТРВ сейчас его начнет простреливать, если 268 выйдет еще сильнее на меня. 268 выезжает, СТРВ куда-то там стреляет и сбивает каток 268. 268 чинится, у него больше нет катка, точнее нет ремки. СТРВ промахивается, лучше бы добил Шеридана. Я сейчас целюсь в Шеридана, добиваю его на автоприцеле. 268 стреляет мне под большим углом в задний каток без урона. И он уходит на КД. Я еще заряжен. Следующее, что будет происходить, это еще один большой фейл 268. Он стреляет под большим углом мне в край башни. И ремки у него нету, я просто стреляю в каток, сбиваю и... В принципе, для 268 это все. В целом, мне повезло очень крупно. И когда меня стрелял в задницу 268, было понятно, что я, скорее всего, умираю. Но он стрелял на ходу, неаккуратно, под большим углом. Поэтому, в принципе, шанс был, что он меня не убьет. А вот когда он уже стрелял в клинч, в башню под углом, там уже, в принципе, я даже... даже не рассчитывал, что он меня пробьет. В целом я был уверен, что танка, ну, такие смешные вот дырки у меня на башне одинаковые с двух сторон. Но вот первый раз там, короче, не обошлось тут без фейлов и моих, и вражеских. Такая вот получилась заруба в этой яме. Но я не мог предсказать, в какой момент 268 появится передо мной. Я в целом думал, что я сейчас поймаю Шеридана, а 268 поедет на нашу базу и засветится от СТРВшки. Я убью Шеридана и потом постреляю по засвету по 268, его будет светить СТРВ. Но они как-то вдвоем на меня неожиданно вывалились, и получилось не то, что я планировал. Но в целом мы их победили, не обошлось без курьезов, но это картошка, здесь все случается неожиданно и... И все. А вывод из боя следующий, что нет смысла мешать союзникам играть, даже если они делают то, что не то, что вы думали или планировали. Не факт даже, что союзники могут играть правильно, но если вы будете мешать им, при том, что они играют неправильно, ничего хорошего из этого не получится. Пусть там кто-то играет неправильно, ты к нему разок, там другой, какую-то команду там назад, вперед или на карту. Если он не реагирует и продолжает играть неправильно, ну и пусть играет неправильно. Это его дело. Писать что-нибудь весь бой в чате, какую-нибудь ересь, в этом нет смысла. Вы мешаете не только ему, но и себе, и еще и остальным, кто читает этот чат. А у многих чатик включен. Вот, в принципе, и все.
не мешайте союзникам играть. Тем более, если вы не сильно хорошо играете и не понимаете, что по тактике происходит в бою, то тем более молчите и не мешайте никому играть, даже писюльками в чатике. Потому что от этого ничего не изменится. Мне тем более нет смысла выписывать, потому что у меня чат почти всегда выключен из-за таких вот артоводов, которые пишут писюлечки. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.